Путин баррикадируется отрядами ФСО и в лучшем случае один раз доехал, если вообще доехал, до штаба южной группировки в Ростове-на-Дону. Это по прямой около 300 километров до линии фронта. И пока Путин прячется от людей и перемещается в глубине страны только по специально выстроенной для него железной дороге, в так и не побежденный им Киев приезжает 80-летний президент Соединенных Штатов. Впервые в современной истории американский лидер ступает на землю воюющей страны, которую не контролируют американские войска. Киев выстоял. Украина выстояла. Демократия выстояла. Это исторический визит, это жест, который невозможно переоценить. Весь Запад поддерживает Украину, и Запад добьется поражения России в этой войне.